Рынок минеральной и питьевой воды часто сравнивают с нефтяным. Потребление стабильно растет, а сырье буквально под ногами. Мало того, в отличие от бензина, оно даже не требует особой переработки. Как и положено высокодоходным рынкам, наценка в сотни процентов здесь норма. И потому крупномасштабные боевые действия за потребителя не прекращаются. Согласно информации Союза производителей бутилированных питьевых минеральных вод и безалкогольных напитков в России, свою продукцию реализуют около 2000 производителей. Краснодарский край обладает богатыми природными запасами лечебных, лечебно-столовых, минеральных и питьевых вод. Добывают и разливают ее по бутылкам более 40 предприятий. Производственные мощности нашего региона превышают 270 миллионов литров в год. По данным регионального Минсельхоза, только за прошлый год произведено в общей сложности около 170 миллионов литров воды, показав темп роста в 108,8%. Сегодня мы направляемся в Отрадненский район, производителю минеральной воды с 20-летней историей. Компания «Аметист» основана в июле 1999 года. Основной продукт – минеральная вода очалукского типа из месторождения «Медуница». Глубина скважины – 346 метров. Производительные мощности – 500 000 бутылок в месяц. Завод располагается на территории 10 тысяч квадратных метров. Кроме минеральной воды, предприятие производит более 10 видов безалкогольной продукции. Марка не единожды была признана победителем федеральных и региональных состязаний. В 2020 году Отрадненский завод минеральной воды в пятый раз стал лауреатом конкурса «Сделано на Кубани», в котором за звание лучшего производителя края соревновались ведущие предприятия региона. Каждодневно нужно над этим работать. Это не так, что объявили конкурс, и мы за недельку тут раз собрались, и вот они, мы такие хорошие. То есть это... отметка нашего ежедневного труда на финише. Но мы не только вот в пятом конкурсе участвовали. Мы с самого первого конкурса мы входили в 90 компаний первых, которые подали заявку и победили. Мы этим очень гордимся. Александр Иванович Гиголов встал у руля предприятия, когда ему исполнилось всего 20 лет. Возможно, в силу юношеских амбиций, признается сегодня бизнесмен, в своих силах не сомневался, тем более, что перед глазами всегда был достойный пример отца – Ивана Осипьяна, основателя завода. Александр Иванович, как вы зарабатывали авторитет у сотрудников, тем более, что они были намного старше вас и сталкивались ли с проблемой, скажем, неспортивного поведения? И что вы в этот момент предпринимали? Ну, скажем, в открытую со мной в эти игры никто не играл. За спиной такие как бы разговоры ходили, что типа малой пришел и нами вот прожженными мужиками командует. Ну, авторитет, наверное, своими поступками, действиями. Как-то так, делал правильные поступки, вел себя со всеми, ну, как подобает руководителю. Наверное, так как-то это и получалось. Первое, что сделал молодой бизнесмен, сев в кресло директора, проверил предприятие на юридическую чистоту. Отследил отношения с контрагентами, увидел налоговую картину. Словом, порядком удивил и родителей, и своих сотрудников. Александр нашел применение своему профильному образованию, а вот технологиям производства обучался в процессе. И чтобы грамотно руководить заводом, на равных вести диалог со специалистами отрасли, ночами штудировал матчасть. Много воды утекло с тех пор. Компании удалось уверенно преодолеть два экономических кризиса, купить новую производственную технику, найти лояльных поставщиков тары и новые рынки сбыта. Кризис, вот ты лежишь на диване, ничего не делаешь, у тебя уже кризис. А жизнь-то не останавливается. Да, есть какие-то сложности, да, есть какие-то препоны, но они все преодолимы, так что зачем искать причины? Мы ищем возможности, решения. Ответственность, практичность, готовность пробовать новое, искать и находить пути извлечения прибыли. Вот те качества, которые, по мнению Александра, должны быть присущи хорошему руководителю. Нужно уметь принимать нестандартные и порой непопулярные решения и самостоятельно разбираться в каждой ситуации. Владелец бизнеса должен быть экспертом. Не будешь мониторить ситуацию в отрасли на рынке страны и региона, потеряешь деньги. Но в ближайшие годы, считает Александр,
Добросовестным производителям минеральной и питьевой воды по поводу спроса переживать нечего. Темп роста рынка воды, несомненно, потянут вверх и сопутствующий бизнес. Производство ПЭТов разной емкостью. На завод Ватранинский район заготовки для бутылок привозят из Ростовской области. Традиционно сегмент малолитражки представлен в основном объемами от 0,5 до 2 литров. Это бутылки с классическими стандартными формами и поле для экспериментов. Тара может быть успешной, считает Александр, если будет рассчитана на конкретные категории людей. В нынешней непростой экономической ситуации многие производственники уменьшают свои расходы, идут по пути реструктуризации, выискивают скрытые ресурсы. Кто-то вынужденно отказывается от части ассортимента, вы же пошли совсем по иному пути. Вы вложились и даже придумали, разработали новую упаковку. Может быть, стоило переждать острые моменты? Я думаю, трудные моменты для кого-то, они трудные, а для кого-то это момент возможности. Мы выбрали момент возможности. Все пошло от того, что мы встречались с ательерами, с рестораторами. Долго мы общались, я расспрашивал, какие у них есть сложности. И по итогу встречи мне пришла идея запаковать нашу воду в необычный формат. Это стаканчики по 200 миллилитров. Хорошая вода – понятие достаточно субъективное. Обычный человек воспринимает качество воды по таким показателям, как прозрачность, запах и привкус. В химический состав, как правило, мало кто вчитывается. Куда больше внимания покупатели уделяют знакам качества. Пилотный проект по маркировке питьевых и минеральных вод, разработанный Минпромторгом Российской Федерации, стартовал. Как вы к этому относитесь? И считаете ли, что эти решения помогут убрать фальсификат с полок магазинов? Это в своей мере способствует тому, что человек, производитель, будет стараться быть открытым перед своим покупателем. Мы знаем, что уже такое стартовало. Мы даже уже применяем на своей продукции эти маркировки. И уже можно проверить, когда и кем эта продукция выпущена. Считывание метки, кода маркировки, происходит на кассовом аппарате или непосредственно покупателем с помощью мобильного телефона. Таким образом, историю минералки с дополнительной информацией о производителе он сможет прочитать на экране своего смартфона. Технический регламент Таможенного союза, ТРТС, а также Российские федеральные санитарно-эпидемиологические правила и нормы, СанПин, солидарно предписывают производителям писать на этикетке максимум информации о воде. Для того, чтобы ее разлить в бутылку, во-первых, нужно знать, качественная она, некачественная, и вообще, к какому классу воды она относится. Наша вода прошла испытание Пятигорской клинической лаборатории и подтвердила, что она столовая лечебно-питьевая вода. Отрадненский водозабор. Месторождение Медуница. Находится в санитарной зоне в станице Отрадной. Охраняется государством, и доступ туда имеет только производитель. Минеральная вода под давлением поднимается на поверхность. А чтобы ее хватило детям и внукам следующих поколений, воду добывают в строго определенных количествах. В специальных емкостях минералка поставляется на завод. Согласно рецептуре, в нее добавляется углекислота. Бутылки обрабатывают ДЕС-средствами – воду кварцеванием. И еще 30 дней, принципиально соблюдая технологию производства, продукт стоит на обязательном карантине. Предприятия сейчас, которые, ну, скажем так, отвечают за качество своей продукции, переходят на использование ХАЗ. Это система безопасности предприятия, начиная от входного контроля и заканчивая контролем на выходе продукции. Это очень длительный и кропотливый процесс. Это специально разработанная программа. РТС введен на предприятие с 2013 года, а ХАЗ мы внедрили в апреле этого года.
Водный бизнес, вопреки расхожим представлениям, финансово затратный. Чтобы вывести его на уровень самоокупаемости, многие заводы ищут сторонних инвесторов или получают финподдержку от параллельного бизнеса. В этом вопросе, говорит Александр Гиголов, ему во многом помогала семья. Да, кредиты брать приходилось, но сейчас компания обходится своими силами. Экономить можно на чем угодно, кроме самого производства. На сегодняшний день нужно начинать с конца, не так, как раньше. Произвести сейчас можно все, что угодно. А куда это реализовывать, вот в чем беда. Потому что федеральные сети сейчас захватывают все больше и больше обычных магазинчиков у дома, которые являются нашими клиентами. Поэтому, если ты не в торговой сети, то каких-то больших там финансовых вливаниях речи пока нет. Для полноценного продвижения в компании должен быть хорошо поставлен маркетинг, делится опытом Александр Гиголов. Должна быть программа, благодаря которой именно ваша вода будет продаваться. Как считаете, нужно ли производителю участвовать в имиджевых выставках? Или все-таки в такой непростой финансовой ситуации стоит сконцентрироваться на продающих выставках? Я думаю, это каждый должен решить сам для себя. Мы стараемся не пропускать таких мероприятий, быть на виду, потому что это какая-то своя тусовка. И если один год тебя нет, тебя начинают искать что-то, куда ты пропал, что с тобой случилось. А на продающих, на ярмарках всевозможных, вот у нас край особенно это развито, мы и там, и выездные, не только в Краснодаре, но и Анапа, Геленджик, в общем, где бы она ни проходила, мы там принимаем участие. Это даже вопрос не заработка, а просто присутствие на рынке. Специалисты от Радинского предприятия считают, что не стоит игнорировать такую важную продающую площадку, как интернет. Может, сейчас вода через глобальную сеть находит своего покупателя не так активно, зато покупатель может ближе познакомиться с командой самого завода. Надо сказать, что вопрос кадровый здесь научились решать и со временем сформировали золотой состав работников, с которыми не страшно выполнять самые амбициозные задачи. В ближайшие 5 лет наша клиентская база позволяет на сегодняшний день реализовать все, что мы сегодня производим. Поэтому наша первоочередная задача стоит на расширении самого производства. Вы были на производстве, видели, оно все современное, новое, но малопроизводительное, не такое, какое бы нам хотелось. Поэтому первая наша задача стоит на увеличение и площади, и производительности линий. Мы уже рассматриваем поставщиков, и это есть и кубанские наши производители оборудования пищевого. Поэтому первоочередное – это вот наша такая транспорта, мы обеспечены, то есть логистика закрыта. Осталось вот это. Российский рынок минеральной и питьевой воды находится на стадии активного развития. Практически ежегодно на нем появляются новые игроки, открываются новые производственные площадки. Тем не менее, воду Краснодарского края знают и пьют не только в регионе, но и по всей России. Кубанские минеральные источники – одна из визитных карточек края, и она не только заманивает туристов, но и дает неплохой доход, как и любое промышленное предприятие. А свое дело нужно любить, считает Александр Гиголов. Находить точки роста и развивать потенциал. Мотивировать людей, придумывать и делать новые проекты. Но при этом соблюдать традиции производства минеральной воды и бережно использовать источники, дарованные нам щедрой кубанской землей.